можно сказать, где-то полгода назад. И я вам скажу, что он произвел на меня очень сильное впечатление. И я благодарен той судьбе, которую она позволила нам на этой земле встретиться с ним. И буквально вчера я еще сидел в одном ресторане, играла музыка в стиле ностальджи. Сидел с девушкой из моих снов, и у меня родились вот необыкновенные такие вот чувства. И я через чувства сумел осознать то, что произошло в результате этой встречи с величайшим художником из Грузии, Бейсика Арбелашвили. И вы знаете, что я почувствовал? Я почувствовал параллельные миры. Параллельные миры – это когда две прямые линии не пересекаются и идут вдаль, за горизонт, все выше и выше. И я понял, что первый мир, я его назвал левым миром, это бизнес. А бизнес всегда, это мир бизнеса. А бизнес всегда основан на прагматизме и здравом смысле. Это мы, мир бизнеса. И второй мир – это мир искусства, который основан на чувствах и интуиции. Я назвал это правым миром. Из каждого мира рождаются крылья. Мир бизнеса рождает левое крыло, а мир искусства рождает правое крыло. И спасибо Бейсику Арбелашвили, что он миру бизнеса, нашей семье, подарил свое правое крыло. Спасибо ему, что мы в результате этого мы стали птицей, и мы научились летать в пространстве красоты. Спасибо Бейсику. Но я скажу больше. Бейсик Арбелашвили рождает эти крылья, очень много своих правых крыльев, и он дарит их всем, всем и всем, у кого есть левые крылья. И я говорю, что все мы здесь, которые собрались, сегодня все станем птицами, станем орлами, соколами, журавлями и лебедями. И это прекрасно. Мы станем новой стаей, великой стаей, умеющей летать в пространстве красоты. Спасибо, Бейсик. Yeah.